вами Ангел Рок. И Элизабет с мамой. Почему так как-то ты слишком... Нас откинуло почему-то. Жуть. А где мы? А, все. Все. Так. Мы примерно сюда пришли, когда я тут его прятались. Угу. Так почему назад? Так, у нас есть хотя бы один. Один предохранитель должен быть, знаешь где? Где? Короче, когда вот этот чувак сбитый за нами бежит, мы его должны чуть-чуть выманить, чтобы он чуть-чуть, ну, на нас побежал, потом, короче, вокруг него бежать и бежать туда, откуда он пришел. Откуда он пришел? Ну, а, вот, откуда он на нас напал. Пять штука. Можно сказать, 5.5 даже. Я вроде бы люблю эти хорроры. Ну, страшно, капец. Оба-на. Берем и по-любому сейчас зайдем. Он появится. Да. Так, мы его, короче, твою мать. Я остался обогнать. Да. Бежать. Умная скотина. Взял на обрез. Бежим. У нас не ударил ни разу. Красавчики вообще. Сюда. Опа. Быстрее. Я вообще зашкерился. Он, надеюсь, не убьет. Еще такой, знаешь, привет, пупсик. Понял, да, откуда? Вроде свалил. Чем обратно? Нафиг надо, я думаю, чеку попью. Холодный чай уже. Нет. Раз сто холодный. А сто? Капец, у тебя тоже, да? А у тебя вообще? Лед. Так, ну ладно. Сразу тихо, шлагниками включи. Тихо выходим. Мы тихо вышли. Вон он. Слышишь ты? А... Опа. О, блядь, он нас увидел? Ты какого хрена, чувак? Ты же хороший. Да ну нафиг. Ну, туда? Чувак пугает меня. Опа. Он отсюда вышел. А. Да, отсюда вышел. Нет, не отсюда. Или отсюда? Да, отсюда. О, предохранитель. Батарейка. Предохранитель где? Нет, это предохранитель. А о, вон батарейка. Батарейка. Бери батарейку. Сядь. Что ты чё, дебил? Быстрее. Там темно, страшно. Так, шкафчиков нет. Вообще печально. Подстало. Так, а чё, если чё, куда бежать-то? О, можно закрыть. Так, а здесь есть этот? Толкай! Так, и чё? Я вообще красавчик. Просто идеально. Ну, что-то там есть. Где? Ну, как, правее. Здесь? Нет, мне показалось. Что там было? Наверное, глупость была. Ну, конечно же, мы сейчас... Нам, наверное, обратно надо. Нифига выломано. Естественно, обратно. Придется и, походу, в другой коридор, где еще один псих. Ножом. Ай-яй-яй-яй. Так, это куда нам? Прямо, да? Прямо, тупо прямо. Я тихонечко пойду. Никому не трогаю.
на 7 штук. Он мне падло здесь напугал тогда. Там, блин. Иду. Иду тихонечко, тихонечко, тихонечко. Тихонечко. Я невидимка. А как этого? Не знаю. Блин, ну попробовать-то надо. Блин, ну ладно. Оба. Они, может, друг дружку звали? Не знаю, но что там вообще у него в руке? Чувак, я тебя не трогаю. Ты меня тоже не трогаешь. Оба. Слышишь? Прям за нами пошел. Сейчас надо бежать. Бежим. Воу. Блядь! Твою мать! Опять покорно! Ты меня что пугаешь? А куда теперь? А теперь прямо! Поздно! Думаешь? Я надеюсь, что нет. Нифига себе, на его глаза реагирует камера. Слышишь, что ли, голове пронеслась? Так, если б чё... Так, мы начали запись. 18 минут. 7 минут снимаем, да? Угу. Грубо говоря. Так, нам сейчас надо выйти налево и вставить. И куда нам потом? Там какое-то... Короче, надо туда сначала прийти. Опа, опа, открывай. Уже три предохранителя все? Да, все. Сука. Опа. И чё, нам туда? Туда? Нет? Куда? Фак! Фак! Куда? Куда? Я ну зачем назад пошел? А? Тебя надо спросить, зачем ты назад пошел? Откройте дверь. Надеюсь, он не за мной? Прискорбно. А вот здесь, вот, кажется, надо уже искать какой-то ключ. А, ну да, вот этот как раз ключ, который висел на этом трубаке. То есть нам теперь вниз. А тут дверь-то закрыта? Вверх надо. В смысле вверх? Вниз? Внизу посмотреть того чувачка. Да? Наверное. А... Я так думаю. Ой. Иди. У тебя слишком много матов. Да и вообще испортился. Кто бы в этом был виноват, да? Так. Где-то тут. Где его? У турки. Нам сюда? Куда нам идти? Ой, кто-то мне ВКонтакте написал. Пугают меня тут всякие. Да бери ты. Нифига себе. Вот это подстава. Чувак. Никого нет? Куда идти-то? А? Ты проходила эту игру. Это насколько давно было? Да не, мне кажется, что по любой вниз надо. Ну. А если не вниз? Где там этот вход? А там, как ты думаешь, лестница наверх-то проломана или нет? Где? Ну, там же лифт, две двери, одна закрыто. Вниз, другая там наверх. Закрыто? Угу. Уверен? Я уже пробовал. Если еще раз попробовать. Это что было? Не знаю. Вернись туда. Куда пришли? Лисенки.
попробуем еще раз прыгнуть. Но не факт, что мы допрыгнем. Теперь нам надо найти. Так. Нам куда-то туда надо. Короче. Подожди. Я что-то уже запутался. А, точно! Вот там он. Там должна быть дверь какая-то. Вот она. Не-не-не. Вот он, этот, как он, спуск. Спуск, где это? Блин. Че-че-че. Ты читаешь, да? Нет. Ну-ка, сейчас попробуем. Я просто логически размышляю и думаю, что нам сюда. Вот он. Видишь? Открывайся. А вот дай ключ. На третий этаж. Так, сейчас бежим обратно. Опять перекрыгиваем эту фигню. Наверх. Бля. Дверь открыть. Давай, 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 чувак. Что-то столько всего происходит, я не успеваю. Закрой нахрен дверь. Дверь закрывай. И на ключ. Жестко. Так, тут мы должны тоже как-то получить. Если мы не сможем, но нас натянут просто. Ая! Крутой чувак, как ладно. Идите по кровавому следу. Понятно. Ну это понятно. Follow the blood. А, ну вот он отсюда по любой нос. Он говорил. Иди за кровью. Так. Так. О, вот тоже камера была. Какая-то дешевенькая камера. А там темно. Фотокамера. Так, ну, давай, наверное, закончим эту серию. Ну, считай, докуда дошли-то. И у нас сохранение как раз здесь было. А, не рано. Нет, в смысле, думаю, что... Ну, 13 минут всего прошло. 13 минут всего прошло. Две серии подряд я просто не вынесу. Ты не хочешь снимать? А? Нет. Ну и вот. А я уже что-то очкую. Ну ладно. Ну, интересно как. А, я тебя вижу. Мы там были. Нам туда надо пройти и туда прыгнуть. Ага. Дверь какую-то ломала там. Так, ладно. Тут что у нас есть? Труп. Труп. А после трупов обычно батареечки валяются. Батареечки. Походу нет батареек. Печалька. Ну, так-то у нас 8 штук. Так, ладно, что? А, ну ладно. Вперед пройдем еще. Давай, иди. Что тебе надо? Иди сюда. Вроде никто нету, да? Так. Йоу! В принципе, это помещение повторяется. Как и задумалась? Я что-то как-то неожиданно провалился куда-то. Наверное, так задумалась. Фу. И опять этот дымок. Эта игра меня заставляет материться. Да-да. Так и задумал. А дымок куда убежал? Не знаю. Ты козлина. Опа. Обратно.
Теперь будем внимательны. Наверное. Тут у меня глаз зачесался. Так. А, ну да, тут так и задумался. О. Так, у нас здесь туалет по-любому. Не дай бог нам какая-нибудь. Так. И тут? Ничего. Никого нету. Это хорошо. Пусто. Пусто. Матрас. Да. Чувак, ложись спать. Действительно, в туалете. Да, закройся, забаррикадируйся. И нормально будет все. Выспишься, ночь переживешь и... Блин, чуть опять не упал. А там темно. А я не хочу. Заканчивается. Что я не слышу? Я тоже. Тишина такая убийственная. Живые вроде. О, документы. Давно, кстати, их не встречали. Деньги, что ли? Нет. Какой-то чек. Так. Ладно. А, тут очередной туалет. Заперт. Там по-любому кто-нибудь сидит за упором. А потом как откроет, как напугает. Ох, ты ж скотина, а. Летаешь, падла. Походу нам за ним надо идти. Вот вовремя вообще. Че там такая рожа черная? Привет. Ага. Здрасте, ёла. Мордасте. Здрасте. О, еще одна камера. Еще один труп. Угу. Походу не я первый. Не, не ты последний. Ой, естественно. Я уже спать хочу. Отправляй меня домой, должна спать. Дом. Дверь. И стрелочка кровавая. А, ну мы тупо вокруг обошли, походу. Да? Угу. Что есть? Ой. Ложь. Новая запись. А, ну здесь его утрамбовали, походу. Чувачка того. Угу. Ясно. Что ничего не ясно. Но стрелочки, видишь, туда все указывают. И этот тоже сюда летел. Сюда повернул взять. Походу. Нормально. Что-то я перехотел, да? По всей видимости, не хотят, чтобы туда заходили. Но, наверное, придется. Знакомые чувачки. Я не хочу туда идти, да? Где? Куда? Под кровать. А давайте закончим на этой прекрасной ноте нашу. Опять заканчиваем тот момент, когда мы спрятались. Ай, на-не, какой красавчик. Иди отсюда, иди. Мимо. А где твой братик? Его нет. Видимо, там один. Так, ладно. Всем пока, с вами были Ангел Рок. Я забыл смайл. До скорого.